12 июня на календаре. Сегодня вся страна отмечает главный государственный праздник. Харьковчане уже собрались на площади, чтобы вместе, дружно и весело провести этот день. В этот день всех переполняли эмоции. Жители Харпа с чувством гордости говорили о своей родине и о том, почему они ее любят. Потому что мы здесь родились, выросли. Это самое наше лучшее, что у нас есть. Нас никогда не тянуло за границу. Никогда. Россию мы любим. Россия – страна огромная, сильная и красивая. А самое большое достояние нашей страны – это, конечно, мы, люди. В его людях, в российских, в нашем народе. Потому что такого народа нет нигде, кроме как в России. Мы живем в этой стране, и, конечно же, этот праздник очень важный для каждого жителя. Так считают и самые маленькие. Хотят, чтобы наша держава развивалась и крепла. А праздник День России всегда отмечали достойно. А как не ценить слова маленьких патриотов? Ведь дети – это будущее нашей страны. Россия развивается с помощью нас. Если бы не было ни таких, не было Дня России, мне кажется, тут было бы все плохо. Я рад этому дню. И рад всему, что бывает на свете. Хочу, чтобы наша страна процветала. Детвора искренне радовалась и отмечала этот день весело и задорно. Чтобы создать еще больше праздничного и зажигательного настроения, для них подготовили не только игры и загадки, но и фотосессию на мотоциклах. Сильный рев не испугал детей, а даже наоборот, только раззадорил. Очень сильно громко становится. Но круто, понравилось. Да. Для двоих харьковчан этот день был по-особенному важным. Свой первый паспорт – главный документ, который будет сопровождать в течение всей жизни. Ребятам вручил Сергей Власенко, первый заместитель главы администрации Лабытнанги. В такой торжественной обстановке получить паспорт – это почетно. Сегодня мы вручили два паспорта, главных документа нашей страны. Документа гражданина Российской Федерации очень символично в этот день, конечно, получить. Я рад за ребят и желаю им успеха и всего самого хорошего. День России – праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия людей. Вместе со всей страной этот день харьковчане отметили ярко, насыщенно и интересно. Карина Щербакова, Сергей Антропов, программа «Время местное».